работать. Кусать. Вот. Залудим, ты хоть хотел сказать? Давай залудим. Залудим. Ой. Залудим? Вот он молочко наливает. Да, тут еще есть молоко. Олег Юрьевич. Нам с вами попить еще. Да сколько мы с тобой литр выпили за это время, за 10 дней? Давайте посчитаем. Можно снимать гибель Титаника, это выразить. Детское слово. Как тебе вот этот бассейн? Хорошо. Хорошо. Пойдет, да? Пойдет, ладно. А это что такое, непонятно. Что это за дома такие? Там явно какой-то холл есть, правда, это явно не жилой дом. Или такие жилые дома здесь везде? Да, сейчас уже так люди живут. А? Сейчас уже так зажили. Сейчас так живут. Наверное, здесь кто-то может действительно какой-нибудь там Черномордин или кто там?
И вот этим все испортили, весь вид на море. Со старого свету. Вот такие дороги здесь, отвесные скалы, море и так далее. А в море какой-то баркас. Рыбачка Соня как-то в мае причалив к берегу баркас, сказала: Костя, всего знаю. Панорамку нужен? Да, немножечко. А я так и не знаю. Ну, это радует. Они по ней не знают. Сказала, что на горе Сокол остановки не делают. Потому что часто приезжают так называемые горе-скалолазы. Это те, что залазили до половины. А потом кричат, сутки двое, чтобы их сняли оттуда. Поэтому мы остановку там и не делаем. Последний бурый медведь был пойман и съеден генуэзцами в 14 веке, тоже сказал? Нет, ну вот. Придется вам, девчонки, рассказать вот слева и справа от нас.
Вы видите, мир наших крымских лесов так же многочислен, как и сами леса. Последний бурый медведь был пойман и съеден генуэзцами в 14 веке. С тех пор их больше нет. Последний волк был убит в 1912 году, с тех пор их тоже нет. Осталась мелочь, лисы, зайцы, белки, много змей. Но укус наших гордых змей не смертелен. А вот в районе Карадага, потухшего вулкана, это Крым-Приморье, можно встретить змей «Волос леопарда» называется. Для наглядности диаметром до 10 сантиметров и длиной более 3 метров. Увидев такого ползучего гада, можно упасть в обморок, и только укус его не смертелен. Пожалуй, самым опасным у нас на юго-восточном побережье Крыма является цветок, о котором вам подружка рассказывала. В Кабеле я 17 лет езжу каждый год. Сейчас мы уже подъезжаем к Шайтану ущелью. Шайтаново или чертово ущелье, не надо. Так вот на этом вот высочке, вот эти камни, но их сейчас еще не видно, как орлов. Сейчас, минуточку, мы встанем. Надо женщин подождать. Почти напротив большой лодки. Вот они. Ну, сейчас дальше будет их лучше видно. А вот сейчас этот чертов палец, вот он одинокий, наверху. А, вижу, вижу, да. А орлов будет сейчас на фоне моря, хорошо, сейчас правый поворот сделаем. Сейчас поворачиваем, и их будет видно, можешь начать оттуда, где вы, вон они на фоне моря видны. Строили.
можете всю Инвестскую крепость заснять. Понял. Потому что снизу ее не увидеть. Понятно. Вот сейчас еще немножко проедем и можете начинать ее. Вы весь эту снимать. А, ясно. Вот она вся тут полностью видна. Да. Вот это вот Ленин. Спи, мой Ленин, спи, прекрасный, баюшки-баю. Ленин. Пусть засветит месяц ясный в мавзолей твою. Вот, молодец, правильно. Комментарий хороший. Хороший комментарий. Ну, сейчас на судах нужно наехать. Да? Он больше на Зюганова. Руки сложили. Поехал. Оглянись сюда немножко. Ну вот. Где твой старый троллейбус? Вы не выключаете, Александр, давайте я вас отдохну. Нет, я выключил, но хорошо. Надо, понимаешь, эти вот переходы, они не нужны. Это пустое просто. Надо все-таки выключать, я считаю. Я имею в виду это запись.